Бег 30 метров, скачки у должиню с места, подтягивание. Все это относится до норматива ГПА. Для их сдачи кто-то узмоцнен нарыхтовался, а кто-то по житси со спортом. Для Гомельщины такое мероприемство уже стало традиционным. Ежегодно команда Жлобинского района выставляется на подобного рода мероприятия, участвует в сдачи физкультурно-оздоровительного комплекса, также участвует в соревнованиях, входящих в круглогодичную спартакиаду городских исполнительных комитетов и Гомельского исполнительного комитета. Данное соревнование необходимо в первую очередь как соревнование для поддержания физического развития, здоровья, для пропаганды здорового образа жизни, чтобы каждый человек у нас, в принципе, физически способен выполнить элементы данного комплекса мероприятий. Команды пераможцев узнагородили кубками, дипломами, памятными подарунками и медалями. Спорт – неотъемная частка здорового ладу життя. Регулярные занятки помогают не только тримать себе в форме, але и умацовывают здоровье.